Привет всем, друзья мои, вы снова на канале FrontBet. Ну что, на 24-е, на понедельник, футбола, можно сказать, нет. Заходить на те матчи, которые там присутствуют, ну, я не считаю нужным уделять внимание там. Сами посмотрите линию, все поймете. Топовых матчей нету, интересных матчей нету. Мы заходим, кстати, всех с победой, коэффициентик 2 у нас, экспрессик, все заходит в субботние матчи. Один там какой-то подвел, я уже не помню. Вот, ну, мне понравилось Атлетико Мадрид, Валенсия, конечно, это было топово. На обе забьют, мы брали больше двоечки, кайф, он залетел у нас всех с победой. Давайте поддержим лайком меня, банда, все, кто смотрит видео, постарайтесь, поддержите меня, для вас стараюсь абсолютно бесплатно. Вот, ну что, друзья мои, на 24 января у нас Ванкувер, Сент-Луис, НХЛ. Кто любит хоккей, тоже поддержите лайком, кто любит НХЛ. Рано утром 24-го в 6 утра они встречаются, эти команды по Москве. Вот, ставить мы будем, как всегда, с нашими партнерами БК Малбет, официальный БК на... Российская такая платформа, при регистрации 19500 всем новичкам, я считаю, классный подгон, всем советую забрать, ссылочка закреплена в комментарии под этим видео. По поводу матча Ванкувер-Сент-Луис, друзья мои, две крайне очные встречи показали они. Хотел я зайти на сторону Сент-Луиса просто отдельно на индивидуальный его тотал. Или же победа в матче от Сент-Луиса. Классная команда, давно за ними наблюдаю. Тоже, когда футбола нет, перехожу на НХЛ, там, КХЛ, НХЛ. Вот. Но Ванкувер тоже не подарок, я вам скажу. Эти команды сейчас показали две крайне очные встречи, супер результативные матчи. Там и по 8 шайб было у них. Но сейчас я зашел на тотал, посмотрел. На 5,5 больше дают 1,95 коэффициент. Почему, в чем дело, не знаю. Кто чересчур близко с НХЛ там связан, да, болеет за команды, за эти, напишите в комментарии, с чем это может быть связано. Но я все-таки верю, что будет результативный матч, друзья мои. Я зашел, не стал я 5,5 больше брать за 1,95, хотя, возможно, процента 2 или процентов 5 от банка загружу туда отдельно. Но уверенная моя такая ставочка основная. Мое мнение, 4,5 больше, тире тотал 5 больше, за 1,41, тире за 1,56. Я думаю, все-таки тотал в 4,5 больше по-любому. 5 шайб мы должны увидеть от Ванкувера и Сент-Луиса. Еще любишь лайф, больше прогнозиков у нас в телеграм-канале. Перелетай сразу, знаешь, где ссылочка. Поддержите меня лайкосом, оставайтесь с нами.